за два года после встречи на высшем уровне белорусско-египетский товарооборот вырос в два раза. Но, как мы с вами констатировали только что, это не соответствует имеющемуся потенциалу. Мы можем гораздо больше. И у нас есть все возможности выйти на более высокие показатели. И, кстати, мы только что об этом условились, что мы предпримем усилия со стороны нашей и со стороны Египта для того, чтобы снять всякие барьеры в торгово-экономическом сотрудничестве. Мы хотели бы, чтобы белорусы имели, как надежные ваши друзья и партнеры, имели четкую структуру и систему, процедуру регистрации поставщиков белорусской продукции в Египет. Для увеличения объемов продукции совместного производства требуется создание правительством Египта равных условий по участию в тендерах, размещению госзаказов на товары, производимые в рамках совместных проектов, оказание финансового содействия предприятиям. То же самое мы договорились с президентом, сделаем и мы со своей стороны. Мы рассчитываем создать вместе с вами продукт и совместно обеспечивать его реализацию, сбыт, в том числе на внешних рынках, особенно на африканском континенте, который нуждается в современных, простых и дешевых товарах, в том числе в сфере машиностроения. Это позволит вашей стране увеличить экспорт. Такой подход выгоден как Минску, так и Каиру.